Мы находимся в проктологическом кабинете, где занимаются лечением геморроя и трещин прямой кишки без операции и без боли по современным европейским методикам. Прием начинается с беседы и комплексного обследования с проведением аноскопии и ректроманоскопии. Результаты обследования можно увидеть на мониторе диагностического комплекса, что позволяет пациенту быть уверенным в объективности и правильности поставленного диагноза. В нашей клинике процедура обследования и лечения безболезненны. Для этого используются современные анестетики. Обследование и лечение проводятся в удобном положении, лежа на кушетке на боку. Выдается одноразовое белье, проктологические шортики. Для желающих пациенток работает проктолог-женщина. После установки диагноза проводится безоперационное современное лечение геморроя и трещин прямой кишки. Для этого используются все имеющиеся в европейских клиниках методы лечения. Метод латексного лигирования заключается в том, что на геморроидальный узел специальным прибором-лигатором накладывается латексное колечко, кровоток в ткани узла перекрывается, и через несколько дней узел выводится из организма естественным путем. Для удаления наружных геморроидальных узлов в нашей клинике используются высокочастотные радиоволны аппаратом Сургитрон. После радиоволнового вмешательства происходит быстрое заживление, отсутствуют рецидивы и осложнения. Пациенты ощущают облегчение уже после первой процедуры. Для быстрой и безболезненной остановки кровотечения применяется метод инфракрасной коагуляции аппаратом Инфраред. Преимущество современных малоинвазивных методов в том, что они безболезненные, безоперационные, без наркоза и больничного листа, не требуют изменения привычного образа жизни. Результат лечения столь высок, что клиника дает на него 3-летнюю гарантию. Как видите, геморрой – проблема решаемая. В нашем медицинском центре избавиться от геморроя и трещин прямой кишки возможно без боли, без операций и без госпитализации.